катание с горки – любимая детская зимняя забава. Раньше могилевская малышня, если помните, отводила душу на деревянных горках, которые старательно заливались водой. И стояли они в каждой микрозоне нашего города, но за давностью лет износились и их убрали. Сейчас в Могилеве установлены две горки – на площади Славы и у могилевского филиала Академии музыки. Альтернативу горки деревянной, снежную, сделал могилевчанин Юрий Тихонов для своей дочки и ее друзей. Днем в 12 часов мы вышли с дочкой на улицу. Был мороз, градусов 16-18. Хотели съездить куда-нибудь покататься, но машина не завелась. Тут увидели горку, которую вот коммунальщики накидали. Дети ее так немножко облюбовали, но ничего такого не было. Ну, сходили домой, взяли лопату и начали чистить. В общее дело включились друзья, горку заливали, чистили. Теперь это главное место тусовки местных детишек. Сколько снега сюда ушло, расскажите? Сложно сказать, сколько ушло. Ну, много, в принципе, снега. Со всех дворов собирали? Нет, не со всех. Тут намело хорошо и так. Тут удобно. Во-первых, все для своих детей. Двор большой, детей много. Приходят из соседних дворов, дети катаются. Ну, удобно, то, что не надо никуда ехать. Полчаса откатался, ребенок замерз, быстренько домой, чтобы можно было согреться. Вот это удобно. Ну, вы старались, делали. Не жалко сил? Целый день работали, можно сказать. Два дня даже. Ушло два дня? Нет, классно. Получилось классно. Какое-то облегчение такое-то. Как вам горка? Нравится? Да! А какая она, расскажите, чем нравится? Ну, тем, что она скользкая. Мне нравится, что на ней можно трюки делать. Какие трюки? Ну-ка рассказывай, что ты на ней делаешь. Я могу сделать трюки какие-нибудь. Какие, например? Ну, такие. Ну, а чем, на животе ездишь, небось? Еще какие-то. Лена! Я смотрю, у вас тут и ледянки есть, и линолеум. Что лучше скользит? Линолеум. Линолеум? Угу. А какой должен быть кусок? Большой или маленький? Или большой! Ладно, дети, кто со мной тогда поделится линолеумом, чтобы проверить вашу горку? Я! Через социальные сети Юрий пригласил проехаться на ледянках всех детей Могилева, чем вызвал огромное количество лайков и положительных откликов. Красавец! Красавчик! Респект таким отцам! Всегда рад поучаствовать в таком мероприятии. В следующий раз зовите! Юрий, вы молодчина! Респект таким отцам! Хорошо, что у нас в Могилеве есть такие инициативные люди, что вот они проявляет такую инициативу, желание помогать и доставлять радость детям.